ребят, не хотел бы вмешиваться, но это Москва. Спать с чужими женами — это нормально. Да что в этом нормального, а? Ты... А что, вот я, например, сплю с его женой. Чё? Ты и моя жена, вы спите? А что, ты спишь с его женой, он спит с моей женой. Остаюсь я и твоя жена. Чем нам заниматься-то еще? Мы хотим спать, это Москва. Здесь все хотят спать. Так, подождите. То есть... Ты знаешь, что я за твоей спиной сплю с твоей женой? Конечно, но если честно, за твоей спиной я иногда сплю со своей женой. Это Москва, здесь такое бывает. Так, подождите, то есть если мы все эти годы за спинами друг друга, спим с женами друг друга, от кого наши дети? Ну смотри, мне кажется, что твоя старшая дочь моя, а мой младший сын его, а его близняшки одна твоя, другая моя. Ну если честно... Я не удивлюсь, если наши дети вообще других людей. Это Москва!